верхнюю треть. Сейчас мы сделаем нижнюю, расслабили, вот, вернее, зафиксировали, расслабили вот эти мышцы, а вот эти мышцы у нас наоборот будут в тонусе. Как раз это все подтянет очень хорошо лицо. Ну давайте нижнюю треть. А тут я вообще не знаю, что делать. Ну что делать? Мы определяем залом, да? То есть это вот эта вот часть? Конечно. Вот сюда, вот. Мы просим вот так. Так сделать? Да. Как Джокер. Нет, а уголки вниз. Нижнюю челюсть выдвинуть вперед. Вот так. Вот так. Вот, нащупала. Вот нащупала? Она. Да. Вот сюда мы по единице поставим. Прощупай хорошенько. А прям вот она прощупала и все. Можно? Она примерно вот такая идет мышца. То есть ее надо попасть именно в нее. Попадете, попадете куда-нибудь рядом, то будет тянуть, например, подбородок. Да? У меня вот эта вот часть одна. Ну, я говорю, у тебя видно это только если сильно напрячься. Делаем еще раз так. Мне кажется, ей надо туда доколоть, это я ей колола. Что, куда? Ну вот она жалуется, что у нее тянет. Я говорю, что надо доколоть. Поверни сюда, пожалуйста. Поверни сюда, пожалуйста. Да. Тянет. Но у нее своя натуральная, она у нее тоже, ну, в расслабленном виде до у нее тоже вправо уходила своя сторона. Не, вот так у меня такого не было. У меня было все ровно. Не, у меня есть фотография. Нет, не было у меня. Не наговаривали меня. У меня все было ровно. Нет, у меня есть фотография, где у тебя вот эта вот сторона, она все равно глубже. Она у меня щека больше. Ну, у меня ничего никогда не цепляет. Ладно, потом с тобой разберемся. Ну, наконец. Да. Ну и плюс кололи Refinex, да? Не, Botulax. А, Botulax. Все, Refinex пожестче. Вот. Теперь можно, да. Вот Botulax, да? Да. Можно определить жевательную мышцу вот таким образом. Чувствуете, сильно сомкнули. Рентокс. Рентоксфобия. Вот релатокс еще хороший. Вот он. Да. Вот прощупай, выдели этот треугольник. А как где он? Вот такой вот? Или как он? Нет, он примерно. Давай на бочок. Сожмите челюсть. Да, прям. Девочки, кто хочет еще пропальпировать, определить жевательную мышцу. Вот она, да? Да, вот она. Вот. Прям ну, вот такой прямоугольник. Можно я? Получается. Да. Ну, вот она и есть. Вот. Он даже немножко попирает. Да, чуть-чуть. Да. Его очень легко, когда сжимают челюсти, прощупать. Вот. Давай, определяй его. Так. Нам рисовать треугольник или... Это не треугольник. Ну, или что? Да. Квадрат больше, наверное. Вот я его. Ну, да, вот она такая прямоугольная мышца. Ты его выделяешь. Еще? Вот. Вот она. Так, вот сжали. Ага. Сжали, разжали. Вот если поставить. Вот. Поставь палец. Сжали, разжали. Он вообще чувствуешь? Да. Вот так. Расслаби. Ого, вот она, шишечка. Таня. Я попробовала. Угу. Да, то есть вот, а ты знаешь, что это? Еще раз. Вот, и ставьте напряжённый. Ну, вообще, да, вот, не, правильно, хорошо, молодец. То есть вот здесь нам надо поставить... Три точки. Да. Нужно раз, центр, к углу ближе. Также шахмат там, угу, да? Угу. По сколько? 3 или по 5? Нет, по 5 мы точно не будем. 5. И по 3, мне кажется, многовато будет. Диффузию еще раз. По 2 давай поставим. 2, правильно? 6. Угу. Да. С другой стороны, то же самое. Что это даст? Хороший лифтинг. То есть подтянется вот эта зона. Угловатость будет вот это вот. Да. Вот эти четкость. Четкость будет больше, может быть, даже. А еще скажите, вот на эту часть, по сколько единичек? По две. Ну, две, да. Тут, смотрите, зависит от препарата. Такая мышца капризная.
Еще раз вниз. Можно, знаете как, я вообще вот, я одну ставлю сюда, потому что в данной ситуации лучше не доколоть, чем переколоть. Потому что здесь переколоть очень легко. А, расслабьтесь, пожалуйста. Мы можем еще, знаете, каким образом определять? Вот, губокраевой залом. То есть отступаем примерно сантиметр, вот эта точка. А, да? То есть она не была губ? Сантиметр. Да. Она тогда немножко приподнимет улыбку, да? Да. То есть вот эту часть подрасслабит, идет заломчик. И здесь примерно единичка, полтора, в зависимости. Я бы единицу ставила, да, надо смотреть, лучше надо коррекции добавить. Потому что если ставить больше, может быть, картина-то другая, понимаете? Вот как Лаура показала, что у нее немножко съехала улыбка. А подбородок? Как? А вот подбородок расслабить. Я что-то вот здесь вот чувствую, вот эту вот мышцу. Вот она прям. Не вот здесь вот? Вот мы здесь и не рисовали. Нет, смотри. Сантиметр. Ну вот, почувствуйте. Туда мы поставили точку. Но все равно я бы сюда вот как будто ниже поставила. Вот сюда, вот в бок немножко. Она чуть смещена, да? Да. Вот, вот да. Да. Потому что тут она сильная. Да. И тут. Ну-ка. Еще раз. Угу. Ну, понимаешь, ты не забывай, что вот тут диффузия еще идет. Да, да, препарата, да. Поэтому вот все-таки. Тоже я вот, вот тут вот чувствую, вот прям вот тут вот. Угу. То есть не вот это вот. Так, сейчас еще раз я. Ну да, вот она. Правильно? Просто вы не можете понять, потому что она неправильно. Потому что делает. Она неправильно, да. Ну, да, да, и что-то она прям улыбается, да, а и наоборот поднимает. Если вот она, вот я прочувствую, она прям натягивается. Не надо. Опустить уголки рта не получается. Ну я чувствую, вот она вот здесь вот находится. Аккуратно. Ну, главное, сантиметр отходи. Вот сюда. Отходи. Потом потрогай. Ты же кожу ставим. Потрогай пальчиком. Не, я бы вот сюда поставила. Чуть-чуть дальше. Не, просто я прощупываю именно. Ощущения. Так, все, определились. Тогда куда? Вот сюда вот или вот сюда вот? В какую область все-таки? Ну, оно диффузия, ну, да, 105 точка плюс-минус. А, ну, это вот это ничего страшного, да? Шаг не пол сантиметра. Все, хорошо. То есть ладно. Примерно сюда проколом будет. Угу, ладно. Эту мышцу затрагивает. Угу. И подбородок, давайте посмотрим еще. Подбородок. Бывает вот тут прям такой заломчик, угу. Да? Угу. Бывает, да. Можно ставить, но вот куда его ставить? Можно прям на, в эту складку поставить, но здесь такой нет проблем, мы лучше поставим вот сюда. Он что, какую вообще визуализацию делает? Он расслабит, бывает такой подбородок напряженный. Бывает он как это, как шарпей такой, да, на ямочках, да, такой. Да, весь в ямочках. А если, ну, то есть по 0,5 в шахматном порядке, например, тоже шевелить можно? Можно, так, можно. Я-то просто взяла. Да, можно, можно, да. Чего нет, тут просто проблемы такой нет. Вот. Ну, видишь, да. Вот я не знаю. Например, такая сморщенная, такой. Бывает, да. Плотные такие ткани. Да. И очень такой прям вот при разговоре даже, да, видно, что прям. Конечно, ты тогда в эту часть, потому что тут мышца такая сильная, нагрузку берет на себя. Ну, в данной ситуации, мне кажется, достаточно по единичке поставить сюда. Ну, можно вот сюда еще точку. А я по 0,5. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Да, все допустимо, все нормально, да.